город грехов. Welcome to Amsterdam. Да, большое количество видеокамер. Что отличает Амстердам от многих европейских городов, столиц, в том числе, в первую очередь, от Берлина, если сравнивать со столицей Германии, то это, конечно, здание вокзала. Каждый, кто прибывает в Амстердам на поезде, тот сразу же может обратить внимание на красоту и величие старинного здания вокзала. Королевство Нидерланды, да, в принципе, оно сегодня королевство Нидерланды, но когда-то оно было более суверенным от других держав и более независимым, более мощным, нежели сегодня. Сегодня оно вынуждено идти на поводу у капиталистического рынка и торговать своим имиджем и в том числе своими интересами, национальными интересами. Как обычно, у них летом здесь стройка всегда происходит. Внутри вокзала стоит пианино, каждый может проходить и играть. Ради сохранения всей этой красоты в Амстердаме Роттердам был полностью разбомблен. Görədə mən hər bazar günü həmrəli saatı üçün, həmrəli saatı üçün çıxırıq fərqli yerlərdə. 5-ci gün bax bu iki qardaş. Вот так живёт город, в котором ломается судьбы многих людей, кто сюда приезжает в поиске лучшей жизни. Ну и, конечно, кто-то, безусловно, там на продажах наркотиков и еще чего-нибудь подобного находит себе, в принципе, неплохой заработок. Еще что отличает Амстердам от Берлина, это вот этот национальный памятник жертвам Второй мировой войны, установлены прямо в сердце Амстердама на площади Дам. Голландия была освобождена союзными войсками 4 мая, и поэтому они проводят возложение цветков 4 мая здесь, у данного мемориала. И спустя 75 лет вы можете наблюдать, что происходит рядом с этим мемориалом. В принципе, это все характеризует Голландию, то, что здесь происходит. Но Амстердам – это отдельная история, и вообще даже не стоит сравнивать Амстердам с Роттердамом. Это разные, совершенно разные истории. Вот так вот, да, сегодня выглядит Амстердам, его магазинчики, старинные дома. И одни кругом таблички на английском, что говорит о большом обилии туристов. Старинные амстердамские козырьки, фасады домов. Сверху можно наблюдать выступы с крюками. По этим системам поднимали раньше наверх мебель и разные грузы, там продукты и тому подобное. Еще одно отличие Амстердама от Берлина – это наличие каналов. Их в Амстердаме больше, чем в Венеции.
Стены старой церкви в Амстердаме. Она протестантской конфессии. А убранств нету в церкви никаких, потому что кальвинисты и иконоборцы все уничтожили, и поэтому решили ничего не восстанавливать. Это было в 16 веке. Вот. И, конечно же, огромнейшее отличие данной церкви, находящейся в Амстердаме, от какой-либо берлинской церкви, то, что здесь покоится в крипте не только различные государственные деятели, но также и жена Рембрандта Саския. Один из примеров завалившегося фасада. Вот, пожалуйста, наблюдайте, его уже подлатали, там укрепили, чтобы он окончательно не завалился. Еще одно отличие Амстердама от Берлина – это большое количество видеокамер, видеонаблюдения, что говорит о большом криминальной ситуации здесь, в этом городе. Вот так вот сочетается старинная, сдержанная история и капитализм. Здесь можно все найти, чтобы почувствовать себя и богом, и демоном, как вы пожелаете. Ну и здесь уже заканчивается эта улица. Здесь значит, что машины дальше могут быть.